Всем привет! Вы на канале Крупный Калибр, а мы, как показывает обстановка вокруг, снова в закрытом тире, а это значит, что сегодня будет ролик с пристрелкой. Мы уже снимали подобный ролик, но снимали это с альфой первого поколения HT50, и многие из вас просили снять этот же процесс, но уже с новой второй альфой. Поэтому мы решили это сделать, но в этот раз будет поменьше воды. Среди многих охотников ходит мнение, что пристреливать тепловизионный прицел нужно обязательно на зуме 1x. В случае с Арконом это не имеет никакого значения. Пристреливайте на том зуме, на котором вам удобнее. СТП у вас все равно будет всегда в одном месте на всех зумах. Мне в данных условиях удобнее пристреливать на зуме 4x. На холодную я карабин уже вывел, поэтому начнем с первого выстрела. Поехали! Выстрел пришелся примерно где-то в районе грелки, чуть-чуть сантиметрах в 5 выше на 1 час. Продолжим. Примерно там же. Итак, вот они наши два попадания. Я использовал разные патроны. Один заводской для того, чтобы плюс-минус убедиться, что я попаду в мишень. Второй уже свой рабочий патрон. Соответственно, сейчас я буду делать поправку через стоп-кадр. Имеет смысл делать это всегда, потому что это очень удобно. Это экономит патроны. Процесс выглядит следующим образом. Сейчас я снова навожусь на центр грелки, активирую функцию стоп-кадр, и картинка замирает. Затем я перемещаю курсор на свое крайнее попадание. И можно сказать, что все, процесс пристрелки закончен. Остается только 2-3 раза выстрелить, чтобы убедиться, что СТП находится в нужном месте. Итак, наводимся на центр грелки. И активируем функцию стоп-кадр. И затем перемещаем курсор в область нашего крайнего попадания. Примерно вот здесь. Затем сохраняем настройки и делаем проверочные выстрелы. Есть попадание в грелку. И теперь еще парочку туда же. Все, теперь убеждаемся, что у нас СТП находится в нужной нам области. Это примерно низ грелки. Я считаю, для того, чтобы пристрелять тепловизор, этого достаточно. Если вас данный результат не устраивает, вы хотите пристреляться еще точнее, вы можете просто повторить всю процедуру. Можно даже увеличить зум. На более высоких значениях зума у вас будет более точнее шаг пристрелки, и вы сможете поточнее пристрелять ваш тепловизор. Нам же этого достаточно, поэтому процесс пристрелки будем считать законченным. Как видите, процесс пристрелки довольно прост. Он примерно одинаков для всех тепловизоров, у которых есть функция заморозки кадра. Она может называться по-разному. У кого-то фриз, у кого-то стоп-кадр. Неважно, суть одна и та же. У альфы 2 процесс
один в один такой же, как у Альфы предыдущего поколения. В этом вы могли убедиться только что. Функция стоп-кадра настолько упрощает процесс пристрелки, что, в принципе, ее можно осуществить буквально за 1-2 выстрела, если не собирать там контрольную группу. Вы можете, повторюсь, делать пристрелку на любом из зумов. У вас всегда СТП будет на одном и том же месте. На этот счет можете не переживать. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями. Всем пока!